Народ, привет! Сегодня будем пробовать сардину из Хорватии с лимоном. Вот такая вот упаковочка. Смотрится красиво. Но единственная баночка, конечно, совсем маленькая. 75,6 грамм. Это, конечно, совсем мало. Срок годности 6 лет. В 19-м сделали ее, до 25-го года она действует. Так, что у нас тут? Состав сардина 70%, масло 28%, причем куча разных масел, соевое, подсолнечное и лимон, кусочки лимона 2%, ну и соль. Я уже варил с Хорватии, она приехала. Стоимость такой банки примерно около $1.50. За такую баночку, конечно, за такой вес, я не знаю. Можно купить что-то и побольше. По вкусу не знаю, сейчас будем пробовать. Может быть, там такой великолепный вкус, что стоит все же потратиться на эту мини-консерву, я бы так назвал. Хотя, можно, если куда-то едешь, можно в карман таких пару штук набросать. Потом поесть как раз нормально. Что, будем вскрывать. Вскрывается легко. Кольцо не отламывается, это очень радует. Главное аккуратно вскрывать. Так они выглядят. Выглядят сардинки небольшие. Масло жиденькое. Вижу, дольки лимона плавают. Вид такой себе. Я думаю, что нужно пробовать. В отличие, конечно, от предыдущей оливки, в масле здесь сардина распадается. Там она более... Кстати, вот тут был лимончик, только где-то я видел. Да, вот. Вот лимончик. Если бы, допустим, предыдущий там были бы оливки кусочки, это был бы только плюс. Лимон вкусный. О, на самом-то деле лимончик такой, как будто сардин, ну вот по вкусу сардин, но и после вкуса лимона, ну очень-очень слабый вкус лимона. Сардины распадаются, конечно, очень сильно распадаются. Сухие. Очень сухие. Я не знаю, как, допустим, с гарниром каким-то кушать. Потому что так их вот с банки достаешь, хочется запить. Очень сухие, и я не понимаю, почему они такие сухие. Добавок здесь, в принципе, только лимон дольки, и это как плюс, я вообще считаю. Если производитель указывает, что эта консерва рыбная с чем-то, с оливками, с лимоном, это должно там лежать. Бог с ним, там пусть это даже одна долька, там одна оливка, но она должна быть. Вид у них, ну, не знаю, такие покоцанные все ребёхи, распадаются.
На вкусовое качество это, конечно, не влияет, но, как я уже говорил, и так вкус у них сухой, и за такие деньги я бы купил теперь я их уже проверил, скажем так, я уже знаю, и я вряд ли, что я еще раз их возьму в такую цену. Тут, наверное, больше упаковка, сама консерва больше стоит. Вот эти напечатать на консерве красивый рисуночек, да, так она смотрится красиво, не спорю. Привлекает внимание на прилавке. Но по вкусу я ожидал большего, наверное. Лимон вообще не напрягающий, губы чуть не чувствуется. Так, на первой секунде буквально ты понимаешь, что это лимон, и то, если бы это подавалось бы не, ну, как я ем с банки, а не видя, что это такое, то с гарниром, мне вообще кажется, лимон вообще бы потерялся. И даже очень сложно догадаться, что там присутствует лимон. Подытожим. Красивая банка, содержимое не очень красивое, такое среднее, по вкусу ниже среднего из-за сухости, и почти не чувствуется лимон. Как по мне, моя оценка по пятибалльной системе — это, ну, троечка даже. Может быть, даже с минусом. Ну, это мое мнение. Вы можете попробовать рассказать в комментариях свое мнение. Возможно, вам и она и понравится, эта консерва, эти сардины. Меня не впечатлили. Буду искать дальше свой идеальный вариант консервы. Может быть, это даже не сардины будут. Хотя я очень люблю сардины, потому что сардина — это считается королева рыб. И очень много всего полезного. На этом у меня все. Спасибо за просмотр.